напишу. Дальше, поскольку мы снимаем необходимые для актера неформальные, обстановка будет дальше интересно. Неформально, без галстука. Отлично. И самое главное, темы, вы познакомились с Ларышей. Пойдем просто дальше глубже. Вот познакомились, прекрасный. Кто-то у нас? Кастинг-директор? Я готовил. Мой кастинг-менеджер. Всех на всех? Да, как мастер-класс. Супер, очень понравилось. Девятую и десятую, которую я назначил, до оборота раздвинуть, потому что... Алиса, как мастер-класс? Очень. Что самое крутое? Требует более подробного. Эмоции, вот это. Сейчас попроще вещи, как такие. Ну, тут еще плеткой били, да? Где еще плеткой? Побьют плеткой, да? Да. Как Максим мастер-класс? У меня такое чувство, что я в первом классе. Честно. Поздравляю. Дима, как мастер-класс? Было очень здорово, колоритно и интересно. А как плеткой? Обязательно нужно обращаться. Ты в туалет, да? Плетки приобщаться. Мы так не в порядке. Лена, как мастер-класс? Площадки зажим, дальше мы собираем. Ну так, содержательно, серьезно. А что серьезно-то, что содержательно? Все. Над ролью поработали? Да, это в том числе, ну, все нюансы узнали, тонкости, подводные камни. Благодарю. Моли бурьет. Как мастер-класс? Я не знаю, что он съел. Но мне кажется, хорошо. Я, правда, всегда много говорю. Все говорят, я говорю. Вам судить не мне, потому что если будет результат какой-то у вас, я буду рад. Если получится попасть на хороший кастинг, и вдруг карьера пойдет в гору, значит, мы все правильно придумали. Супер. Так что я надеюсь, что все будет хорошо. Давайте, старайтесь. Отлично. Как мастер-класс? Нам вам понравилось бить плеткой Ларушу? Конечно, да. Я получил огромное. Подержи, пожалуйста, теперь ты. А вам? Это мы работали над ролью. Там, на самом деле, должна быть крапива, но мы придумали вот такой немножко небольшой реквизит. И мастер-класс был супер. Два дня было интенсивные информации, интенсивные работы. Так что, ребят, те, кто выслал свои видеовизитки, то так и до нас не дошел, вы знаете, вы... Лохи. Всем пока-пока. Благодарю. Все.